23 апреля на улице, 23 градуса тепла. Весна уже вступила в полные свои права, зелени очень много. Уже действительно по-летнему тепло. Очень много на площади голубей. Тут любят собираться, их тут постоянно кормят. Вот, а мы дальше идем с вами к памятнику Ленина. По дороге эти петушки посадили. Вот, а впереди восстановленный памятник, приуроченный такому событию, как русификация Севаша. Переход через Севаш, 1920 год. Красная армия как бы переходила. Дальше мы видим новые насаждения. Это вот тут реставрированный сквер, лавочки, как на Пушкина или в Симферополе. Много-много одуванчиков у нас каждой весной. Все эти вот, вот желтые полянки. Просто хорошая атмосфера в городе. Нашего Ленина возле церкви есть новость по этому поводу. Нашего Ленина собрались убирать отсюда. Ну, как бы, с одной стороны, может быть, это и верно, потому что сам по себе Ленин рядом с церковью, ну, смотрится немножко странно. Но с другой стороны, как бы, зачем трогать памятники, да, как люди говорят. Поэтому руководство наше принимает такое решение, как отреставрировать памятник Ленина, перенести его в другое место. А вот куда мы будем смотреть? Смотрите, сегодня, видите, везде шум. Идет покос травы. Приводится в порядок. Уже в декабре месяце, если я не ошибаюсь, садили вот эти вот туйки, можжевельнички. Эти принимаются. Как выглядит теперь сквер. А это возле 5-й школы. Провели акцию среди старшеклассников. Старшеклассники садили туек 9 мая, в Дню Победы.